Посмотри, как красиво. Вечерний намаз. Звуки азана. Вот реально, вот очень много народу. Очень красиво. Я пошла в ресторан. Посмотрю на своего друга. Давно не видела. Я уже наелась в элит-ресторане. Еле иду. Красота. Лила, смотри, пожалуйста, под ноги. Смотри, смотри, я, говорит, вижу, как вот он, она вообще просто от телефона не отвлекается. Хотела преувеличить не особо. Гемлек, а это что такое? Гемлек 29,90. Ого, какая хорошая скидка, 29. Было 79,99. Каштаны есть? Подожди. А, каштаны. Нету? Нет, я хочу каштаны. Мессир. О, нет. Ой, сегодня. Фу, блядь. Ну и запах от этой кукурузы. Слыхал, нет, девочки? Откуда только смелость берется, я вообще не понимаю. Такие узкие улочки. Балкон в балкон, как в Турции любят. Ну не только в Турции, а на любой курортной земле. Где Милана? Куда она делась? Милана! А вон она. Ну, они невкусные, да, они невкусные. Здравствуйте. Вот, среди народу как много. Вы посмотрите, сколько народу. Вот F-ресторан, мы уже пришли. Вот он. Весь в огнях, как Голливуд. Я что, знала, что мы пойдем к Чингизу? Я бы сейчас вообще не жрала бы в никаком элит-ресторане. 780 рублей торт, 78 лир. Торты такие дорогие. 1100. Так, а давайте я всем вот так вот покажу.
1100. Ого. Вот это, блядь, я не люблю эти. Вот это вот мне кажется вкусно. Ой, нет, макароны. Видите, да, макароны? О, мы были в этом кафе. Фу. Здрасте. Что за соки, вырви глаз. Милана, ты мне скажи, помнишь, у нас с тобой кореш был, Сейхитин? Ага. А где он? Он живой? Я же на него подписана в Инстаграме. Все катается на машинке на своей. Что за Сейхитин? Посмотрите, народу сколько. Вы посмотрите, ой, лялечка. Тихо. Котик тут же лежит, умотался. KFC такая очередь на улице. Милана, надо переходить. У меня волосы забраны в хвост, я в синем платье. Чтобы вы представляли, как я выгляжу. И в черных колготках. Ой, слышь, нет, и в черных колготках. И в черных босоножках. Пойдем. Вот как я выгляжу. Как ты идешь, вон там зебра. Слышь, нет, как ты идешь? Эй, вон там зебра. Подожди, что-то четкость потерялась. О, появилась. Ой, люди в толпе идут. В масках. Милана позвонила ему, говорит, мы с сыном сейчас идем. Он говорит, о, отлично, отлично. Все сказала. Ну, сейчас посмотрим на этого. Нет? Где этот? Ой, блядь, какая полная посадка. Ого. А что, между прочим, у Чингиза всегда так? Вы посмотрите. Да. Коммерс, блядь. Где он? Вы посмотрите народу сколько. О-о-о-о. Где он? Вон он у стойки. Ага. Да я не пойду я, подожди. Нет. Подожди, мне надо снять обстановочку. Ой, какая прелесть. Смотрите, как народу много. И здесь в основном турки. У него ресторан прям, знаете, для своих. И она по телефону разговаривает. Я пошла к Чингизу. Чингиз? Чингиз!